Друзья, всем привет! Сегодня на загонной охоте на лося, кабана, косуль. Первая загонка. Вот эти кусты будем гнать. Стрелял по сигалетку. Корова вышла, телюк остался в корчах. Прием, прием. Корова вышла, теленок остался. Обалдеть, в общем, еще даже камеру не успел одеть, вот только мы стали на номер, еще даже загонщики не начали отзываться, они где-то там вдалеке, и вот вышла корова с теленком. Ну, ее видели, вот по рации передали, ее видели. Алло, Коля, прием, корова пошла, теленок в кустах остался. Не знаю, с какого выстрела я попал, мне кажется, с первого. Ну, блин, непонятно там было. Ну так, я думаю, что у нас поле. Я думаю, он лежит.
Да, не было точно. Чтобы вышло там, да? Думаю, что собака доберет. Зайца ходишь, так его не найти. Вот козел, а. Сейчас будет нас выкручивать, может быть. Хотя, наверное, пока. Вот в углу тюков. Сейчас я попробую. А вы уже вышли, да? Короче, я спускаюсь. Пробую переходить канал, там, где я стрелял. Ну, кровь есть от сигалетка. Вот он лежит на краю. Сигалеток лежит. Было, что попал, там вообще крови много у козырного. Да. Ну, сигалетка тут немного. Хороший сигалеток. Мальчик крупный. Ну, один у коровы был, и поэтому хороший выкормленный. Я тут! Я тут! Нормально попал. И не раз. И не раз. И видно, что и справа попадание, когда по той стороне стрелял, и слева тоже. Два раза точно попал, но вскрытие покажет. Хороший, ну сигалеток хороший, вообще хороший. Красавчик. Пойду посмотрю козу свою. Кровище тут вообще. А вон она лежит. Вон она лежит. Провалился? Хорош. Я думала, Степа, ты нырнул. Складывай ножки. Как вам текать, ты будешь добивать. Сколько у меня? Вот ты сделал, подожди. Да ты сюда и пойдешь? Да, я сюда и пойду. Не могу и назад. Ребята, хочу порекомендовать вам канал своего товарища Юрия. Называется Wild Northwest. Снимает отличные, качественные видео.
Если хотите разнообразить свой контент, заходите обязательно, подписывайтесь. Отличные заокеанские охоты, охота на пуму, охота с луком, охота на оленей, рыбалка на огромных осетров и лососей. Ссылка будет в закрепленном комментарии и в описании под видео. Сам с удовольствием смотрю его видосы. Заходите и подписывайтесь к Юрию на канал Wild Northwest. Передавайте от меня привет. Это выходной от веса 300-го. Винмаг. Ну, повторяю, все то же самое, только по банке. Да. Европейская и западная. Загон. В первом загоне добыл я сигалетка лося, косулю и еще одну косулю там добыли, тоже на номере. Сейчас второй загон, тоже кустики тут небольшие посреди поля. Может, повезет и выгоним кабанчика еще, чтобы было полный ассортимент. Все, стоим. Опять я стою на поле, на чистом. Третий загон, перешел сюда кабан со второй загонки. Сейчас попробуем его вытянуть сюда, загонщиков. Номера расставили. Ну что, ребята, завершаем охоту. Три загонки сделали. Первая результативная была, вторые две нет. Ну, зверя видели, там стреляли по козам, не попали. Уже и времечко за три. Надо ехать заниматься разделкой. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях. Сегодня мне очень повезло. Что-то с зайцем только не везет в последнее время. Вот уже сколько охоты, никак не могу снять видео по зайцу, добыть зайца. Но я думаю, что все получится. Может, сейчас снежок выпадет, обещают, и выйдем попробуем по свежему снегу, потому что за неделю снег неделю лежал, и заяц набродил. Я вчера ходил по зайцу, ничего, не
поднял ни одного. Хотя сегодня два штуки вот выгнали банды. Жесть.